милый, у меня к тебе серьезный разговор. В последнее время я чувствую недомогание. Это у тебя от телевизора. Нет, у меня другое недомогание. Ты перестал меня домогаться. Перестал делать мне комплименты. Ты что, перегрелась, что ли? Мы же давно женаты. Зачем тебе это все? Как зачем? Женщина любит ушами. Понятно? Комплименты ее греют. Скажи, что я добрая, нежная, ласковая. Че, я врать буду, что ли? Ну, соври хотя бы раз. Давай, посмотри на меня. Скажи, какие у меня глаза. Заведущие. Да нет. Какого цвета мои глаза? Левые или правые? Оба. Ну, придумай какое-нибудь красивое сравнение. Скажи, твои глаза, как два агата. Такие мутные. Боже, с кем я живу, а? Хорошо, хорошо. Твои глаза, как два рубильника. Рубина. Такие красные? Ну вот видишь, не получается. Отстань. Не отстану. Давай, скажи, какие у меня брови? Нарисованные. Ну а ты представь, что они нарисованные. Скажи, твои брови тонкие, как крылышки. Олвиса. Смотри, какие у меня губы. У тебя губы, они дуры. Да я тебя спрашиваю, какой формы мои губы? Сейчас бантиком. Когда злишься на меня, морским узлом. Смотрите, я такой нахал. Так, быстро говори, какая у меня фигура? Ладья. Какая еще ладья? Я тебя спрашиваю, какая у меня фигура? Сногсшибательная. Помню, ты торопилась посмотреть свой сериал. И своей фигурой так шибло мою фигуру. До сих пор копчик болит. Что ты такое говоришь? Ну-ка быстро скажи мне. Ты молода и красива, как тургеневская девушка. Милая, ты тургеневская девушка. Бальзаковского возраста. Ну ты можешь сказать хоть одно ласковое слово мне, и я от тебя отстану. Хорошо, хорошо. Как ты хочешь, чтобы я тебя обозвал? Назови меня солнышком. Солнышко встает в 6 утра, а ты мне раньше 11. Хорошо. Назови меня рыбкой. Рыбка молчит, а ты строчишь, как пулемет. Слушай, ты скучный зануда. Зато ты веселый, находчивый. Найдешь заначку и веселишься. Да ты даже не заметил, что на мне сегодня новое платье. На тебе каждый день новое платье. Вот куда все деньги уходят. Что ты понимаешь? Это последний писк моды. Что за странная тетка эта ваша мода? Каждый день издает последний писк и при этом не сдохнет никак. Господи, за что я только тебя полюбила? Любовь зла. Вот ты, мой козлик, сегодня останешься без ужина. Подумаешь, я к соседке пойду ужинать. Иди, тебя никто за рога не держит. Ты что говоришь-то? Зачем с рога? Ты что говоришь? Ты на что намекаешь? Я не намекаю. Я предупреждаю. Еще раз услышу про соседку,
и можешь в своей шляпе сверлить дырочки. Правильно мне моя мама говорила. Он тебе не пара, не парься с ним. За что я люблю твою маму? За то, что она живет в Тамбове. Все, ты бесчувственный эгоист. Я звоню маме и говорю, чтобы она завтра приехала. Солнышко, не надо нам никакой мамы. Рыбонька. Любимая, мне тебя одной хватает. Ты же единственная, красивая, неповторимая. Вася, ну какой же ты ласковый, а? Ведь можешь, когда захочешь. Главное знать, как тебя напугать. Это точно.